Финальный день соревнований по художественной гимнастике традиционно самый зрелищный. Выступают более взрослые конкурсантки в индивидуальных программах кандидатов и мастеров спорта. На состязаниях общероссийской физкультурно-спортивной организации «Авангард» более 350 участниц из 54 регионов страны. Члены жюри решили, в группе по программе мастеров спорта гимнастки должны выступать с мячом. Предметы очень разные в художественной гимнастике. И скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. И это все предметы разные по своему качеству. Какой-то мягкий предмет, какой-то наоборот очень твердый. Мячик – это такое нежное, это что-то очень круглое. И девочка сама должна ощущать себя кошечкой, когда все это мягко катится по каждой клеточке. Мяч – очень сложный предмет, рассказывают девочки. Важно постоянно следить, чтобы он не укатывался, иначе члены жюри поставят низкие баллы. Нужно сохранять равновесие, докручивать элементы в темпе музыки. Диана – одна из фавориток соревнований. Девушка приехала из Санкт-Петербурга. За ее выступлением другие участницы пристально наблюдали. Диана рассказывает, этот вид спорта без усилий и работы не поддается. Мы тренируемся 6 раз в неделю, но, может быть, больше, там утренние тренировки. Наверное, по 4 часа, я думаю, вот. Я хочу, наверное, стать чемпионкой, например, Европы, мира. Саера в спорте уже 11 лет, хотя ей всего 15. Раз в месяц девушка выезжает на соревнования в разные города страны, показывая свое мастерство. В школе поэтому приходится постоянно догонять. Но Саера умудряется учиться на отлично, этого требует тренер. Самый сложный элемент – это повороты, потому что боишься свалиться и, конечно, там накручиваешь много. И риски. Риски тоже, то есть надо за предметом следить все время. Год от года, рассказывают тренеры и организаторы, в гимнастику приходит все больше желающих стать профессиональными спортсменками. Не исключено, что в следующем году на состязаниях клуба «Авангард» будет еще больше участниц. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.